Здравствуйте еще раз. Меня зовут Айнур Васильевич Хадеев. Я преподаю русский язык и литературу в IT-лицее КФУ. Мы продолжаем с вами разговор о теории поколений. И сейчас обсудим поколение Y, миллениалов. Мы, миллениалы, родились в период примерно с 1981 по 96-97 годы. Сейчас нам по 26-40 с чем-то лет. Мы уже понемногу перетекаем из категории молодежи в когорту взрослых людей. Какие же явления сформировали нас? Говоря об иксах, мы упоминали большой процент разводов. Конечно, это не могло остаться незамеченным. Когда мы видим, что наши родители постоянно разводятся, когда мы знаем, что вероятность нашего развода в ближайшие 3 года будет 60% или более, мы очень-очень осторожно и вдумчиво будем подходить к вопросу создания семьи. Мы будем максимально оттягивать момент принятия решений, потому что мы не хотим такого. Мы не хотим повторять ошибок предыдущих поколений. Это сформировало нас, миллениалов, как поколение одиночек. Не просто одиночек, а одиночек-романтиков. Мы верим, что где-то есть чистая искренняя любовь. Обладая этой информацией, обладая этими данными о нас, можно зарабатывать неприличные деньги. Что, собственно, и делают представители разных компаний, сайты, приложения для знакомств, огромное множество, бесконечные списки, бесконечные рейтинги. Они только подтверждают, их успех только подтверждает правдивость этой теории. Миллениалы, оттягивающие семейную жизнь, одиночки. Конечно, не все, конечно, не нужно подгребать всех в один ряд, но это средняя статистика. Мы не можем ее не упомянуть. С карьерой ситуация похожая. Стоит ли устраиваться на нелюбимую, ненужную, неинтересную работу? Ты видишь, как из твоих родителей эта работа высасывает все жизненные соки, отнимает все их время, всю их энергию. Конечно, если выбора нет, ты идешь работать куда угодно, лишь бы заработать денег. Но если есть финансовая подушка, если есть какой-нибудь X, который тебя финансово содержит, то у тебя, как у миллениала, появляется интереснейшая возможность найти себя, поискать свое место, порассуждать, какой ты есть человек. Это то, чем занимаются миллениалы, если у них есть такая возможность. Серьезные решения нужно принимать не спеша. Это отличительная особенность так называемого поколения Питера Пэна. Да, нас называют вечными детьми, и есть за что. Казалось бы, все как-то совсем несуразно. Меняешь часто место учебы, место работы. Не хочешь жениться. Сидишь на шее у родителей. Как так? И что с этим делать? На самом деле с миллениалами все совсем не так плохо. Во-первых, миллениалы осмыслили свое положение в мире. Для нас важна не страна, не наша индивидуальность в разумной мере, а общность, планета, мир в целом. Мы первые космополиты, мы видим себя как граждан Вселенной, граждан планеты, поэтому мы заботимся о таких вопросах, как экономика, экология, общественное благосостояние. Мы переосмыслили сверхпотребление, к которому нас приучили иксы. Продать нам машину довольно сложно. Сдать ее в аренду как каршеринг? Почему нет? Жизнь в аренду или жизнь по подписке, она популярна среди миллениалов. Да, переосмысление потребления. Миллениалы довольно сбалансированы в вопросах получения информации. В свое время, в детстве, миллениалы успели прочесть много бумажных книг, прежде чем появился интернет. В итоге и в обычной информации, и в диджитал-пространстве миллениалы плюс-минус адекватно себя ощущают. Но каждый миллениал считает, что он создан для какого-то великого дела в этом мире, именно великого и грандиозного. Поэтому с какой-то рутинной, скучной, неинтересной бюрократией миллениалы имеют дела очень плохо.
не справляются, поэтому придумывают способы оптимизации. А еще у миллениалов появились кумиры. У предыдущих поколений были герои. Герои войны, герои-космонавты. У миллениалов кумиры. Отличие в том, что герои заслуживают свое положение какими-то героическими поступками, а кумиры — своим публичным образом жизни. Наверняка вы слышали такую ситуацию, когда дети пытаются оправдать свои проступки общественным поведением. Мамы им говорят, что если все с крыши спрыгнут, ты тоже спрыгнешь? Так вот, бумеры спрыгнут с крыши, если по телевизору им скажут, что так надо. Иксы спрыгнут с крыши, если коллегия специалистов придет к решению, что прыжки с крыши полезны для здоровья и финансового благополучия. Миллениалы действительно спрыгнут с крыши, если все сверстники спрыгнут с крыши, а зумеры спрыгнут, если в ТикТоке будет такой тренд. Так мы плавно переходим к четвертому поколению в нашем списке, к поколению Z, к зумерам. Что это за ребята? Зумерами или поколением Z называют людей, родившихся примерно с 97-8 по 2012-15 годы. Сейчас им примерно по 12, 25, 26 лет. Это первое поколение, полностью родившееся в цифровую эпоху. Отсюда их фишки. Истории про младенцев, которые учатся выходить в интернет раньше, чем читать и писать, это не фантастика, это вполне себе реалистичный кейс в современном мире. Теперь следите за руками. Бумеры в свое время не могли уделять должного внимания, должной заботы своим детям иксам и ранним миллениалам. Иксы не хотят повторения такого для своих детей, поэтому окружают поздних миллениалов и зумеров своих детей максимальным количеством заботы, внимания. Они говорят, у моей зайки, у моего солнышка будет только наилучшее, будет все-все-все самое-самое, потому что он у меня и для меня самый-самый, очень особенный. Это замечательно и очень классно, очень здорово, но, конечно, есть нюанс. Как бы это саркастично ни звучало, такой подход к воспитанию формирует не совсем достоверное восприятие действительности у зумеров. За рубежом зумеров придумали называть поколением снежинок. Снежинка, каждая сама по себе, уникальна. Это факт. Зумеры тоже ведь уникальны. Но это саркастичное название, потому что снежинки невообразимо хрупкие. И зумеры невообразимо хрупкие. Загнать представителя поколения Z в тревожное состояние, вывести его из себя, сделать ему крайне дискомфортное положение довольно просто. Достаточно лишь с ним не согласиться. Когда ты растешь, веря, что ты особенный и все крутится вокруг тебя, довольно болезненно воспринимать точки зрения, которые противоречат твоей. А еще, если выясняется, что твоя точка зрения никому не интересна, это совсем страшно, это совсем плохо. Нет. Так не любим, так не будем. А еще иксы, воспитанные в жестких рамках, часто руководствуются позицией «пусть сам выберет». Не буду ему ничего навязывать, пусть выберет все сам. Штука в том, что дети не могут выбирать сами. За них кто-нибудь всегда будет выбирать. Если не родители, то кто-нибудь другой. Интернет, в который они выходят в младенчество. В итоге у зумеров часто, к сожалению, отсутствуют заводские базовые настройки о том, что такое хорошо, что такое плохо. На нас, на старших поколениях, лежит огромная ответственность за то, чтобы привить подрастающим понятие о добре и зле, о морали, о том, как нужно делать, как не нужно делать. Да, иксы боялись, не хотели рамок, но выясняется, что какие-то рамки быть все-таки должны. Мои права заканчиваются там, где начинаются права другого, и это нормально.
И если мы замечаем, что у текущего поколения, подрастающего поколения, эти представления размыты или отсутствуют, это наша ответственность в первую очередь прививать это, докладывать это, пусть даже постфактум. А еще зумеры не терпят. Не терпят почти ничего. Чтобы раскрыть это, обращусь к такой, она не совсем научная, но все-таки теория. Я обещал рассказать вам в начале, как нас испортили памперсы. В 90-е и раньше не было подгузников, были пеленки. Пеленки не то чтобы очень хорошо чего-то там впитывают, поэтому малыш в пеленках очень хорошо ощущает последствия своей деятельности. Ему мокро и противно, поэтому через несколько таких случаев он учится терпеть. Лучше я потерплю до горшка, чем вот так в этой пеленке буду ходить. В 90-е, в начале нулевых, получили широкое распространение подгузники, памперсы. Очень удобно, очень классно, впитывает все на свете, никакого дискомфорта, можно хоть сальто делать на голове, стоять в этом подгузнике, все будет малышу комфортно. С одной стороны, это хорошо, с другой, есть исследования, которые коррелируют подгузники с невозможностью терпение чего угодно потом. Грубо говоря, ребенок в младенчестве не учится терпеть. Ему что-то хочется, он сразу это делает, без последствий. Когда ребенку что-то хочется, он это просто делает. У этого обычно есть последствия, но зумеры этих последствий не знают, не понимают, поэтому думают, что последствий нет, и переносят эту позицию во взрослую жизнь. Понятно, что это такая квази-псевдо-теория, но такие исследования проводились, поэтому обратим на это внимание тоже. Конечно, стоит упомянуть образ клипового мышления у зумеров, что они воспринимают лучше звук и картинку, чем текст, что их внимание может быть сконцентрировано на протяжении только там, 20-30 секунд. Об этом много говорили, это чуть ли не уже подтвержденный факт, но у этого есть свои плюсы, свои преимущества. Есть вещи, которые зумеры делают лучше, чем мы. Вы знаете, что каждую секунду на YouTube заливается 1 год видео? Невозможно посмотреть и изучить это все. А информация, которая нас окружает, это океаны. Огромные-огромные океаны. И только зумеры своим поверхностным сканирующим мышлением могут в этих океанах себя комфортно ощущать. Современный мир, современные технологии развиваются семимильными шагами. Не то что бумеры или иксы, мы, миллениалы, не за всем уже можем успевать. Зумеры могут. Их мозг супергибок, суперадаптивен, он никуда не углубляется, куда не нужно, только считывает поверхностную самую-самую важную информацию. В ускоряющемся мире это довольно важное качество. У зумеров оно есть. Не стоит думать, что на зумерах теория поколений заканчивается. Следующими будут альфы. Альфы — это совсем еще дети, родившиеся после примерно 2015 года. Говорить о том, какие они будут или какие они есть, пока еще очень рано. Нам только остается наблюдать, как наш мир сформирует новое поколение альфа в будущем. Но, опять же, не нужно думать, что альфы сформируются сами по себе. Мы, все поколения предыдущие, будут принимать участие в их воспитании. Поэтому, обладая знанием, обладая опытом, обладая информацией, мы можем сделать правильные шаги, нужные шаги для того, чтобы взрастить максимально гармоничное, счастливое поколение. Большое спасибо вам за внимание. Буду рад продолжить обсуждение этой темы в комментариях под видео. До свидания.